Глава городского округа Станислав Катаров провел встречу с инициативной группой дольщиков ЖК «Юбилейный». Он сообщил, что во время строительного часа с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обсудили ситуацию по проблемному объекту муниципалитета. На сегодняшний день мы идем по процедуре достройки объекта, который и дешевле, и нам с вами, да, как жителям, да, интереснее, потому что если не достроить объект, а выплатить компенсации, мы с вами, никто из нас не сможет, ну, я себя вместе с вами ассоциирую, почему, потому что я точно так же житель города Реутов, и если бы там у меня здесь была квартира, я точно так бы не смог купить опять квартиру в городе Реутов. Поэтому я об этом, обо всем губернатору точно так же рассказал, он нашу позицию поддерживает полностью, он говорит, достройка даже не обсуждается. Очень важно, говорит, донеси до жителей, что мы в любом случае, так как фонд этим занимается, мы будем эту дорожную карту выполнять и выдача ключей сентябрь-октябрь 2023 года сейчас. В ближайшие недели градостроительный совет региона оформит итоговый протокол и соответствующую дорожную карту.